На афише нового спектакля театра имени Пушкина изображен немолодой мужчина. Он устало подводит итоги своей прожитой жизни. Помятый плащ, грустная улыбка, в глазах тоска. Вокруг обрывки фотографий. Кто эти люди? Как они оказались рядом? Вампиловскую пьесу «Прошлым летом в Чулимске» поставил и сыграл главную роль актер Игорь Бочкин. Ломать меня ломали, и терзать меня терзали, гнули, гнули до земли, а я выпрямился. Я не клялся, не божился, я легко на свете жил, хоть четыре стенки бился, волком на луну не выл. Можно прыгнуть с горки в реку, поднатужиться, напрячься и подпрыгнуть на вершок. Можно душу человеку измолоть на порошок. И ломать меня ломали, и терзать меня терзали. Ах, ломать меня ломать, ах, терзать меня терзать. Ломать, терзать, куролесить, выворачивать наизнанку душу. Актера Игоря Бочкина называют в театрально-киношном мире человеком-импульсом. Накричит, уйдет со съемки, не даст интервью. Или наоборот, будет улыбаться и говорить без остановки. Я очень легко рву с людьми. Потому что для меня там вранье или еще что-нибудь, для меня эти вещи не примеряют. Сразу. Этого человека нет. У меня записные книжки старые, это очень смешно. Я всегда всем показываю, их не выбрасываю. Они вот так у меня зачеркнуты страницами. Много лет назад Бочкин стал популярным, снявшись в первом русском телесериале. Было у меня когда-то кино, потрясшее не весь мир, а Советский Союз под названием «Горячев и другие». И сказали, мы просто не понимаем, в чем секрет, как, мы просто не понимаем, почему вас на улицах просто вот так, ну, разрывают, целуют, все. И сказал, все очень просто, это не меня, просто попала тема. Попал в тему и стал на расхват. Он свой в доску парень, наш человек, простой и родной. Интеллигенты без галстуков, военные в отставке, спортсмены и милиционеры – это его герои, и они взрослеют вместе с ним. Нынешний театральный сезон у Бочкина юбилейный. В феврале ему исполнится 50. О торжествах с традиционным тортом и дежурными аплодисментами просит не беспокоиться. Говорит, что просто выйдет на сцену и сыграет свой новый спектакль «Прошлым летом в Чулимске». Я три колесика возьму и сделаю тележечку. И усажу в нее потом нескольких товарищей. Знакомьтесь, Владимир Шаманов. Бывший успешный исследователь, бывший городской житель, бывший решительный человек. Ныне пребывает в состоянии спячки где-то у черта на куличках в глухом таежном Чулимске. Пребывает до поры до времени, пока не появляется в его жизни девушка по имени Валентина. Александр Вампилов написал «Прошлым летом в Чулимске» в 1971 году. Старая история с крахмальными чепчиками, красными бантиками, простоквашей по утрам поначалу ни у кого в театре имени Пушкина энтузиазма не вызвала. Ни у кого, кроме самого Бочкина. Да, первый раз, когда я произнес, как бы, в общем, на меня посмотрели... Ну, на полу придурка. Не понимаю, то ли шучу, почему я не кричу, например, Ричард Третий, да? Почему я не кричу Макбет, а вдруг вот это? Валентина! Как же мне грустно за тебя смотреть, потому что меня, понимаешь? Меня уже никогда не полюбит такая девушка, как
когда спрашивают, а время, я всегда удивляюсь. Думаю, во-первых, какое время? Ну что это, прям за 30 лет у нас прям все так изменилось. У нас изменилось только эти рубли, которые Василий Макарович Шукшин называл «картавчик». Он говорил, знаете, где эти картавчики? Потому что на картавчике был изображен Владимир Ильич Ленин. Ну вот, по-моему, у нас больше ничего не изменилось. Ни одежда. Также в этих сапогах, в босоножках, в носках шерстяных. Ничего не изменилось. Разве что жанров поприбавилось. Сегодня в моде триллеры, блокбастеры, детективы да ужастики. Душещипательные лавстори на театре – редкость. Сам Бочкин называет прошлым летом в Чулимске самой пронзительной пьесой о любви. Ему можно верить. В своей жизни он эту тему проверил уже 4 раза. Разводился, да, сразу, потому что я не понимаю семей, которые вот тянут, умирают отношения, умирает все. А люди тянут, некоторые начинают врать, что мы живем ради детей, некоторые начинают врать, что мы живем ради чего-то, это все вранье, или человеку просто жалко делить квартиру, дачи, машины, он просто сволочь. А я считаю, что ничего в этом страшного, зазорного и стыдного нет. Замечательные же фразы «доживем до понедельника», да? «Счастье – это когда тебя понимают», помните, да? Поэтому, когда вдруг какое-то невероятное внимание к тебе, невероятная забота к тебе, невероятное понимание, что тебе так тяжело, какие-то вещи просто даются, это, наверное, очень сильно таких, как я, подкупает. А эти все эти ужасы под названием модели, я все время падаю в обморок. Я могу сказать честно, я такой ненавистник всего этого, я все время падаю в обморок. Хочешь? Я внизу тебя отсюда! Хочешь? Человеческая жизнь начинается и заканчивается одинаково, слезами, сказал когда-то драматург Александр Вампилов. А Бочкин добавляет, как я люблю, когда зритель в театре плачет. Ведь прошлым летом в Чулимске спектакль о настоящей любви, по которой все истосковались. Что верно, то верно. Но кто не хочет большой и чистой любви? Правда, сегодня в нее мало кто верит. Романтиков-максималистов с именами Александр Вампилов и Игорь Бочкин с годами остается все меньше и меньше. Не знаю почему, но как это с годами, как это почему улетучивается, почему-то не знаю почему, огромная боль к человеку. А вот если бы у меня было много денег, прям вот много денег, вот мне сказал, там Господь бы сказал, на вот тебе денег. Я бы сделал, не знаю, сумасшедший просто вольер, где бы ходили бы собаки, кошки, шмошки. Они бы жили, потому что когда я вижу просто вот болявых собак, брошенных, все, таких каких-то там несчастных, бегающих с такими глазами. По-моему, сейчас у людей уже такие глаз нет. Вампилов, только вампиловских героев такие глаза.